приходом зимы в Химках участились случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Первые симптомы болезни могут застать вас в любом месте. Например, на работе. Сегодня мы расскажем вам о том, какие действия стоит и не стоит предпринимать, когда вы начали заболевать. Среди главных симптомов болезни – воспаление лимфоузлов, жар и головная боль. Неудивительно, но в большинстве своем люди, которые начали заболевать, занимаются самолечением. А этого, как утверждают врачи, делать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Если это работающие люди там, или посещающие учебные заведения, оставаться дома, вызывать врача на дом и выполнять все его предписания. Первое, что нужно сделать, это утеплиться. Главным лекарством до посещения врача будет обильное количество теплого питья. Обильное питье снижает интоксикацию, основной такой вот симптом самочувствия такого нехорошего, скажем так, это же интоксикация. Вот при обильном питье оно улучшает самочувствие. Если болезнь застала вас на работе, с посещением врача медлить нельзя. Поликлиника, регистратура, слушаю вас. В прошлом году в округе было зафиксировано более 40 тысяч заболеваний гриппом и ОРВИ. Среди них несколько десятков осложнений. И чтобы не пополнять эту печальную статистику, при заболевании не занимайтесь самолечением и немедленно обращайтесь к врачу. Павел Рыбальчик, Константин Королев и Евгений Никулин. Служба новостей.